простой монитор с безрамочным экраном. В этом видео посмотрим на монитор HP 27M. В комплекте монитор, HDMI кабель, блок и провод питания, подставка и документация. Это крупный монитор на 27 дюймов с IPS-матрицей и обычным разрешением Full HD. Оно подходит для просмотра кино, игр и работы с браузером, документами и таблицами. Но вот профессиональным фотографам потребуется большее разрешение, чтобы увидеть на снимках больше деталей. По остальным спецификациям тоже без прикрас. Частота обновления 60 Гц. Обычный показатель для всех мониторов. Это значит, что монитор отображает максимум 60 кадров в секунду. Например, игровые модели предлагают 144 Гц и даже выше. Время отклика — 5 миллисекунд. Опять же, обычный показатель, который влияет на четкость движущихся объектов. Игровые модели снижают время отклика до 1 миллисекунды. По разъемам тоже скромно. VGA, HDMI и порт для питания. Разъем для наушников и встроенные динамики отсутствуют. Подведем итоги. Это простой монитор с большой диагональю и безрамочным экраном. Он подходит для домашнего или офисного использования, если в ваши планы не входит профессиональная обработка фото или получение преимущества в играх.